выросла в стенах Саратовского театра. Я пришла в театр 12-летней девочкой. И все самые лучшие воспоминания связаны у меня с этим театром. Я горжусь тем, что моя жизнь прошла в театре с такими хорошими традициями. 100 лет назад в Саратове, который считался одним из самых театральных городов старой России, появилась первая русская оперная труппа. Во главе ее стоял известный драматический актер Петр Медведев. Ему удалось собрать хороший по тем временам состав. Кроме солистов, оркестр из 30 человек, хор из 36, 4 балерины, 1 танцовщик. Был даже свой декоратор. Труппу он подобрал чудную. Постановка не уступала столичной, вспоминал один из актеров. Иван Сусанин, Руслан и Людмила, Русалка были поставлены труппой Медведева на саратовской сцене. Позже, на протяжении 14 лет, в городе играла Казанско-Саратовская оперная труппа. Здесь выступали видные актеры и певцы. Баначич, Большаков. Знаменитый тенор Михаил Медведев, первый исполнитель партии Ленского, по признанию Чайковского, лучший герман в России. В феврале 18 года по решению губисполкома все театры Саратова национализированы. А уже 1 октября здесь состоялось открытие советской оперы. Разнообразие и самостоятельность репертуара – отличительная черта этого театра. 20-е годы. На саратовской сцене впервые ставятся произведения советских композиторов. Балет «Красный мак» Глиера, год 42-й. «Орлеанская дева» Чайковского. «Золотой петушок» Римского-Корского. Спектакль удостоен государственной премии. Народный артист РСФСР Попов и заслуженная артистка республики Рудес.
Театр немыслим без энтузиазма. Саратовский театр оперы и балета имени Чернышевского дал целое поколение энтузиастов, преданно служивших искусству. Среди них известные певцы и дирижеры, режиссеры, художники и многие из тех, кого скрывает от нас таинственный мир кулис. Балетная труппа 20-х годов. Сейчас в составе балета около 50 человек. Театр. Любите ли вы театр? Возможно ли описать все очарования театра, всю его магическую силу над душою человека? И в самом деле, не сосредоточены ли в нем все чары, все обаяния, все обольщения изящных искусств? Как верны эти слова, сказанные еще Белинским. Теперь поклонимся почившим властителям Руси. Потом звать народ на пир. Всех от бояр до нищего слепца. Столетний юбилей стал праздником и для коллектива театра, и для зрителей. В наше время Саратовский театр известен во многих городах страны. Его спектакли видели в Крыму и Хабаровске, в Ульяновске и Кургане. На сцене его звучат голоса трех народных и шести заслуженных артистов республики. Приходит в труппу талантливая молодежь. И театр, несмотря на свой преклонный возраст, не стареет.